Сегодня конец сентября, но мы еще продолжаем наслаждаться салатами свежими, свежих помидор, огурцов. И я сейчас поделюсь некоторыми своими соображениями или секретиками даже. Как иметь такой урожай постоянно. Пусть он даже не очень такой, может быть, красивый там или... Большие помидоры, там перцы. Ну, это в естественных условиях все выращено. Сейчас я вам покажу это все на огороде. Эти помидоры посажены из рассады, которая выращена на земле. То есть на этой плантации, так сказать, у нас была клубника. Потом прошло какое-то время, я решила ее перекопать, убрать. Она уже старенькая. Вот, еще прошло как-то неделя, потом думаю, ну что же будет стоять земля темная, так сказать, без урожая. И я решила посеять на этом месте свеклу. Она, правда, не очень зашла. И пересадила помидоры. И вот помидоры практически нас радуют постоянно своим урожаем. Да, это очень мало, и не все кусты красивые, но я рекомендую все-таки высаживать уже в теплую землю, сеять семена, потом пересаживать на то место, которое надо, и будет еще вам урожай. Если будет солнечно, как сегодня. Но самое главное, чтобы не было заморозков. И я даже еще, когда вот заморозки, то вот видите, здесь такие вот палки, подпорки. Еще на эти палки, на каждый куст отдельно могу намотать какие-то простыни там, когда вот точно вижу, что будет заморозок. Потому что очень часто после заморозков бывает еще очень тепло и светло. И вы видите, как и растение, оно само еще цветет, но уже некоторые цветы засыхают. И остаются буквально маленькие такие помидорчики, которые оно еще себе планирует, что будет. Ну, конечно, если вот это вот цветочек такой, я его уже сама убираю. Ну, надо пройтись будет по этим всем. Хотя у меня был какой-то год, когда я все убрала, потому что вот заморозки пошли. А потом теплынь была больше месяца, еще отросли новые побеги, и еще там начали образовываться помидорчики, о чем я очень потом, конечно, жалела, что я так рано совершила такую. Видите, какие еще красивые зеленые они стоят. И самое главное, как бы постучать, говорят, по дереву. Тык-тык-тык-тук-тук-тук. Самое главное, что я их ничем не обрабатывала. Обстоятельства так сложились в семье, что мне не до обработки было ничего. Мне даже при аппарата, который брызгает, отдала Михаилу, соседу. Говорю, пусть будет у тебя, потому что я этим заниматься пока не буду. Вот. Ну, перцы — это такое дело. Видите, тоже почему-то уже повял. Может быть, даже мороз был. Не знаю. Перцы они любят, конечно, чтобы было солнце. Здесь солнца нет целый день. Поэтому они маленькие. Я никогда на них не ставлю, так сказать, акцент, что что-то будет. Ну, вот так. А, еще сейчас покажу огурцы. Так, давайте я медленно пройду. Снимаю смартфоном свой аппарат, видеокамеру Panasonic. Мне так и не отремонтировали. Нам же нужно покупать другую. Это очень дорого. Или же даже не знаю, что будет. Что будет пока. Пока даже еще и не снимаю. Вот эта морковка тоже посеяна, там, где был горох. Но ничего хорошего, по-моему, с нее уже не будет. Это вообще помидор, который сам себе рос с прошлого года. Ну, тоже такой беленький, бледненький. Ну, пару помидоров было. Так, и огурцы.
Огурцы, смотрите, тоже смотря какой сорт, наверное. Я даже не знаю, какой у меня этот сорт. Я посадила 4 сорта. Вы посмотрите, это уже давно засохло, так как и во многих людей. А это у меня у нас буяет. И огурцы, ну все-таки по чуть-чуть, но вяжутся. Вот посмотрите, сейчас я вам покажу. Вот веточка пошла, 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 и вот еще есть, видите, огурец, и она идет дальше. Ничего не обрезаю, ничем не брызгала, ничем не обрабатывала. Единственное, что тоже уже вам показывала, что делаю. Вот видите, несколько собрала. Вот еще есть такое, что можно будет сорвать. Такой урожай, что я даже иногда делюсь и с соседями, потому что у них уже нет. О, смотрите, не увидела. Ого. Видите, какой большой. Классный огурчик. Единственное, что может быть, вот это здесь, в этом месте горьковатый. Вот. Так почти практически как летом. Смотрите, красивенький такой. Вот. И цветет. Не знаю даже, как узнать, какой это сорт. Но скажу вам честно, что зависит еще от того, как я за ними ухаживаю. Вот это вот корень. Вот смотрите, сейчас медленно веду, чтобы вам где тут. Вот видите, какая хорошая плеть. И она, когда-то у нас что-то напало, вообще ничего не было. Какие-то. Вот это ее. Вот так хорошо, смотрите, таким ловчиком прям хорошо закидываю, как называется, как картошку эту подгортают, вот так как бы ее окучивают. Вот. Я все это окучиваю. Кладу просто вот даже куриный помет кусками, забрасываю это все землей и хорошенько это поливаю. Сейчас уже идут дожди, то конечно они делают мою работу за меня. А так просто заливаю. Вот, и так несколько раз. И они, видите, дают и дают побеги. Никакие листья не обрываю, ничего их никаким образом не травмирую. Стараюсь не травмировать. Вот какая красотулечка еще. Свеженькая, все новенькое. Главное, чтобы не было морозов. Даже если будут морозы, может... Если я это увижу, то, конечно же, постараюсь накрыть даже, может быть. Больше ничем хорошим поделиться со своего урожая не могу. Ну, салат есть. Зеленый лук есть. Чеснок зеленый тоже. Вот. Новый укропчик. То есть уже сейчас получается, что у нас такое лето, когда можно садить очень рано и потом еще подсаживать. И можно иметь два урожая.